The next label play. The next label play. Choose your game. Можно спамить прям по героям очень жестко. Подавры ЦМ-ки. Да, и вот она уже начинает это делать, старается по двум героям. Видимо, в этом смысл определенный. Сильно просел Operation на верхней линии, но идет контратака. Teams и First Blood на Teams, несмотря на то, что на этой линии, мы сказали, не будет какого-то экшена. Нет, уже удается забрать. На центральной линии пошел размен, Клинкс подрубает стрейф, Армель вынужден отступать фокусом и сделать ее тройкой — довольно логичное решение в связи с этим. Сине попытка ударить Enchantress, очень тяжело это сделать. Сейчас, by the way, еще очень неплохая связка на винде была, могут убить, попробовать бонфлетчер, но он нажимает стрейф и просто бьет армал, убивает его. Нет, нет, да, нет, нет, да, да. Убивает двоих, IGFN, вот это ганг. Ну, ганг, я тут просто еще хотел было начать всякие разглагольства по поводу того, что вот сейчас на пятом уровне, знаете ли, бонфлетчер до появления часов будут проблемы стоять против Хускара, но... Идет оно все, знаете, куда, учитывая такие ганги. Он просто сейчас, они просто подошли к нему и отдали ему лайн. Отдали ему, можно сказать, игру. Потому что если этот герой разожрется сейчас и будет убивать просто Хускара, то... У нее проблемы со скоростью атаки, в принципе, у этого героя самые большие. И Мом решает эти проблемы. У нее сильный нюк сейчас, у нее сильная атака, самое главное, с большим радиусом. Сверху тем временем выходит Рейвен. Рейвен ошибается. Да, это очевидно. Его просто тут взрывают. Он совсем не был готов к этому. А тем временем идет ганг. Да, но опять же, несмотря на то, что Дровка является керри героем главным, в такой стратегии этого героя можно убивать сколько угодно. Все-таки ключевой здесь Хускар. Ключевой здесь Хускар, ключевая здесь Инча, потому что Клинкс Дровка... получает Cursed Crown, получает Шекл, Бедлом, очень прочный Клинкс. Winter's Curse, нужно Клинксу отступать, правда, ее продолжает пинать Ку-Ку. Он находится под действием стрел Хускара и погибает. Правда, погиб уже и Хускар, также, скорее всего, погибнет Ку-Ку. Эваланч минус Ку-Ку. Вот здесь отличный, отличный Winter's Curse был. Также еще попытка забрать у нас господина... Crystal Maiden хотят забрать, забирают Crystal Maiden в размен на Тимса. 3 в 2 суммарно. И исключительно, потому что порой то, что происходит, совершенно не ясно, совершенно как-то не клеится. Тини в инвизе, ультимейт Operation взлетает на центральную линию. Тини уже здесь никого не сберет, он наступает на центре. Так заходит Crystal Maiden, раскат, а Тини моментально минусует Windranger. Она покупается Хускар, хочет забрать Тини. Импетусы летят, Тини погибает, остается Crystal Maiden. Также пара импетусов Ингерди, он горит, пауэршот. Ку-Ку мстит после байбека. В итоге минус 4 в исполнении TNC. Нам не нужна. Я думал, ты на меня хочешь поговорить. Нет, уже ни в коем случае. Такая игра нам не нужна. Так, еще один подъем с помощью Гиула. Опять Бедлам, Cursed Crown. Парочка выстрелов в спину. Сайленс, но Тини выживает. Ульта Ancient Operation попадает в Enchantress. Сульт Crystal Maiden. Неплохой ультимейт от Винтер Виверны. Удастся забрать Дроу Рейнджер. Даже одна Enchantress расстреливает ее. Enchantress выбрасывают обратно, но не могут пробить без магии, все так, бьют Mask of Madness перед Вестер. Так, но у него нет замедления первого скилла, но пока кажется, хватит нескольких тычек и еще разочек, бам! Да, забирает. Дабл килл. 750 голды получает он за первый фраг и 240 за второй. Винтер Виверна выходит. Да, моментально. У TNC тоже Тини, как минимум, очень быстро бьет базу, поэтому он тоже очень быстро сломается, но... Для этого нужно, чтобы что-то происходило в игре. Для этого нужна какая-то точка. Так, ульта у нас Виктор Виверна, где была использована на топе, получает. Arctic Burn, Cursed Crown, Виверне очень больно, Виверна погибает, ультимейта уже не было, и в итоге здесь Тао переагрессировал. Попытка как-то разменять, видеть Тимса, но на Тимса нападать тяжело, у него есть пайп. На него нападают, несмотря на наличие пайпа, его забирают, очень много урона под воронкой Operation. Crystal Maiden находит Draw Ranger, будет ли колба, получает Silence, никакой колбы не будет, закидывают сюда Operation, Operation тут же принимает на себя ультимейт Хускара, а Operation погибает, ультимейта у него уже нет, Рейвен успеет ли отступить, замедлить. Виху, Виха использует тос, забирает Рейвена. Ульт от Crystal Maiden, Ку-Ку один против двоих, получает колбу, и Ку-Ку погибнет. Да, Клинк забирает этот фраг. Тем временем продолжается драк сверху. Здесь Виха любой ценой пытается выстоять, прячется за елкой, сам съедает эту елку, выкидывает ее в СМХ. Тут уже HFN, который попытается разменять своего мидера. И не отпустить Enchantress. Есть телепорт. 2 секунды до пики. Смотрим на СМХ. Стрейф.
уходит в леса, пытается сделать телепорт. Еще один выстрел. Изо всех сил. Удар попадает. Кстати, обрати внимание, хекс делает Сибон Флетчер. Они все-таки успели переехать на Мидл Тауэр. Здесь они его, скорее всего, заберут. Однако остается не так много времени до выхода из таверны Тине. Поэтому байбек тем не стоит. Хекс нажимает блокинг бар, чтобы не получить алибарду. В итоге Рейвен на лоу хп выживает. На развороте еще Фэна. Ну его так просто не пробить, ультимейт, но никто не попадает. Армель единственный, кто наступил в эту зону, но он был в блокинг баре. Тимс получает урон на пол хп. Пытается зафокусить HFN и HFN. HFN живет, он под Cold Embrace, его нечем пробивать. Ультимейт от Crystal Maiden. Есть блокинг бар для Рейвена. Ну как же много урона залетает. Заканчивается блокинг бар. Тут же Кекс пытается Куку нанести урон с дабл дэмэджем, но у него нету артефактов. Нет артефактов у Куку, он уходит единственный живой герой. Давайте посмотрим Fight Recap. 3600. Ну и с другой стороны, пятая позиция Wind Ranger. Чего еще от нее можно было ожидать? Террорайз. Попадает по Клинксу. Кускар полетел куда-то, чуть ли не один. Нажимает Блокинг Бар. Клинкс также нажимает БКБ. Ему очень больно в этот момент. Кастуется ультимейт. Энчатрас пробивает Дроу Рейнджер, но пробивает очень слабо. Начинает пробивать HFN. Моментально минусует. Слишком много урона. Также погибает Кускар, у которого нету байбека. 90 секунд. СМХ прожал БКБ. Куку. Ничего не могут сделать. Байбек от Дроу Рейнджер. Попытаются отбиться вчетвером. Перегруппировываются Пейн. Для того, чтобы просто зайти... Через несколько секунд подхиливают Клинкса. И что, отступят или пойдут? Да нет, пойдут. Идут HFN. Забирают Тир 3. Виха попытается выцепить кого-то. Хотя он стоит под сентривардом. Его прекрасно видно. Рейвен подходит в инвизе. Цепляет Виху. Убить его не получится. Естественно, Винтер Виверна поднимается в Юл. Бедлом ни по кому не попадает. Ноль урона от Тимса в этот момент. Выкинули Энчантрас. Минус Энчантрас. Еле живой Тинни. Подхиливают его с помощью Cold Embrace. Как же он живет, но все-таки погибает. Тинни, еще одна тысячка, бам, попадает. Террорайз, отличный террорайз по трем героям от Тимса. Тимс все еще в игре. HFN получает стан, нужно забирать его, но он под стрейфом. Его не пробивает Дроу Рейнджер. И в итоге Рейвен вынужден отступать. У него нету маны, у него нету тиммейтов. Хекс, очень много урона от Клинкса, HFN. Так, подожди, его все-таки не пробивало Дроу Рейнджер, да, с обычной атакой? Да, да, да. Я срочно отматываюсь. Где это, как это... Здесь нельзя. В этот момент Бэтлом подрубается от Тимса. Он один против четверых. Он наносит много урона, но этого недостаточно. Блокинг бар от Дроу Рейнджер. Хотя вырубают Crystal Maiden. Пошла ульта Ancient Operation. Рейвен, Хекс, Фурстав, Хекс в крипа залетел. Тимс, Shadow Realm. HFN нажимает блокинг бар. Получает тычку и Тимса стирают в секунду. Слишком далеко пошел, байбека у него нет, 110 секунд. Просто TNC это никак не реализовали. Не было ни разу ни такой, ситуации, чтобы тот же Хускар, например, пошел вперед, да пусть даже засуицидился бы, но из этого начался бы тимфайт под вражеской базой, где была бы фактическая возможность сломать сторону. Хороший террорайз, Брамбл Мейс, Кристал Мейден врывается, нажимает блокинг бар, дает колбу с ультимейтом, выжидает, дает ультимейт, ее фокусит Рейвен, минус Кристал Мейден, HFN фловый под блокинг баром, Кускар уже пал, 90 секунд без Кускара, Тимс развлекает оппонентов, Хекс от HFN, он остался один против троих, далековато зашел, но у него есть Эггис, погибает первый раз, Куку еле живой уходит. Для того, чтобы не попасть под фокус, Сайленс неплохо. И HFN-а заберут еще раз. Ошибка. Отдает 1389 золота. Правда, это золото забирает Куку, что не очень здорово. Дарк Виллоу продолжает сражаться. Успевает дать Cursed Crown. После этого погибает Дастер. Еле живой. Получает Импетус. Отдает гем. И сможет ли уйти отсюда Виха? Сможет ли он забрать гем? Нет, он не сможет забрать гем. Гем забирает СМХ. Пятый Operation практически никогда его не бывает. Но если доживет, это страшно. Да, и это может случиться, даже несмотря на то, что 33 тысячи преимущества, собственно говоря. Игра протекает как-то очень странно, и нового слова подобрать здесь не могу. Так, у нас инициация. Кускара бьют, Кускару очень больно нажимает Блокинг Бар, играет армлетом. Пошел Inner Vitality, начинает бить Клинкса. Клинкс, Андис прокает, отличный ульта от Ancient Operation. SMH не может подхилиться, Винтер Виверна врывается. Минус SMH, Рейвен не может совладать с Винтер Виверной под прикрытием Дастера. В итоге падает и Дроу Рейнджер. Три байбека, есть байбек также у Дровки. Нужно выкупаться для того, чтобы дать ауру своим тиммейтам. Но тиммейты не спешат вернуться в драку. Позиция слишком плохая, выкупается только сейчас. Не остается байбеков у Radiant. В такой игре, где его команда доминирует, вот настолько тяжело этому герою, да, с экспой приходится. Он обычно издалека закидывает свои ультимейты. Часто издалека закидывает ульты.
Да, это так. Ну что ж, зерно, так сказать, а вот так врыв. Минус. Вчетвером остаются на 90 секунд. Тот же Хекс, Террорайз прогоняет двух героев. Отличная ульта от Винтера Виверны. Втроем остаются ТНС. Винтер Виверна включает Мом, Арктик Бёрн, и Армель погибает. Вдвоем СМХ и Рейвен. Два последних героя. Отличный Сайленс. Кристал Мейден уходит в госскипетр. СМХ на фонтане отстреливается импетусами, но Cold Embrace спасает Виху. Хекс уже под фонтан лезут. Пейны, понимаешь, что нечего им здесь бояться. ГГ все еще не пишут ТНС, хотя задефить здесь нереально. Они остались вдвоем против пятерых героев с колоссальным преимуществом. И, наконец-то, мы видим Good Game. Правда, пишет первым его почему-то Виха. Во всяком случае, у меня. Я сейчас даже не знаю. Возможно, я не заметил. Возможно, я не заметил чего-то. Ну, в любом случае, мы прекрасно понимаем, что TNC проигрывают.